Читать, а теперь еще и смотреть наши новости можно в социальных сетях, в Одноклассниках и ВКонтакте. Созданы официальные группы новостей нашего города, в которых теперь каждый день будут выкладываться вышедшие в эфир программы. Там же вы можете оставлять свои комментарии. Нам важно знать ваше мнение. Так что присоединяйтесь к нам и всегда будьте в курсе самых актуальных новостей.